let's say a few words about Hare Krishna Mahamantra. Я скажу пару слов о Харе Кришна Махамантре. I'm reading from a verse, just from a very short excerpt about the holy name of Krishna. Я прочитаю небольшой маленький отрывок о святом имени Кришны. And this short excerpt describes the full glory of Krishna's names. И в этом коротком отрывке заключено все полное прославление славы святого имени. And that which can be achieved by chanting Krishna's names. И это совершенство может быть достигнуто благодаря повторению святых имен. There is a goal to chanting Hare Krishna. Есть цель для повторения Харе Кришна. And though sometimes one may be chanting for many years, still it may be hard to fully comprehend that ultimate goal. И даже тем, кто очень много лет повторяет Харе Кришна мантру, бывает не просто достигнуть этой цели. Nonetheless, for those who've chanted and who have realized Krishna's presence in His name, и также очень сложно для тех, кто повторяет, реализовать понимание того, что Кришна присутствует в своем святом имени. Who experience Krishna's presence by chanting His name? Те, кто испытывает присутствие Кришны, повторяя его святое имя. Who have cleansed their hearts by association with Krishna through His names? Те, кто очистили свое сердце через повторение святого имени благодаря присутствию в нем Кришны. They have been able to give us a glimpse as into a little bit of the world of chanting Hare Krishna from the eyes of someone who's actually experienced Krishna's presence in His name. Вот именно такие личности могут дать нам некий отблеск того, что по-настоящему происходит с теми, кто повторяет Харе Кришна, поскольку такие личности обладают подлинным опытом. And when such persons open up that little world and give us a little glimpse of to the nature of Krishna, who is not different from His name, it's very attractive. И когда мы получаем вот такой отблеск от по-настоящему зрелых личностей, можем почувствовать, насколько это могущественное и привлекательное повторение святого имени. Because everybody is looking for something that's very attractive. Потому что всегда все ищут нечто, что является привлекательным. Generally, people have different conceptions in life what is attractive to them. Обычно люди, у них разные представления о том, что же является на самом деле привлекательным. And it's not always the same as that which may be attractive to somebody who's come in contact with Krishna. И, конечно же, это понимание в основном разнится с тем пониманием, что является привлекательным для тех, кто, для кого привлекателен Кришна. But there's no need to discuss the alternatives to Krishna in this short talk. Но это не очень просто объяснить в таком коротком разговоре. Only to understand that having once gained a little taste of Krishna, if one is fortunate, one will be able to see that in comparison, there's no comparison. И даже для тех, кто хотя бы какой-то небольшой чуток распробовал сладость этого сознания Кришны, повторение святого имени, для него на самом деле не будет ничего в этом мире, чтобы можно было сравнить с такой радостью. And that's just having once just experienced a little taste. И это даже просто благодаря какому-то малейшему соприкосновению с подлинным сознанием Кришны. There are many references given in scripture which help us to understand this principle. И есть очень множество разных ссылок в священных писаниях, которые дают нам возможность понять это. Narada Muni told Vyasadeva before compiling Srimad Bhagavatam. Narada Muni сказал Vyasadeva перед тем, как тот составил Srimad Bhagavatam. That anyone who has once tasted the nectar of Krishna's lotus feet will never be able to forget it. Что если когда-либо кто-либо распробует вкус лотосных стоп Кришны, он никогда уже в своей жизни не сможет забыть его. And certainly he'll never be able to become simply an ordinary field worker again. И с этого времени он больше никогда в своей жизни не сможет быть таким, как прежний. That is simply the result of getting just a little taste. И это все результаты даже малейшего соприкосновения, получения малейшего вкуса. Sometimes devotees, when they're chanting in kirtan,
they get a little glimpse of what that taste might be. И иногда, когда преданные поют киртан, они могут испытать какой-то отблеск, слабое отражение того, каким на самом деле является этот вкус. It's not really the full experience, but what it might be. Это не то, чтобы прям полный опыт, это то, чем это примерно является. Because it's so nice when the mind is completely calmed down. Потому что это так прекрасно, когда ваш ум он полностью умиротворен. And all the great expectations for in life are settled and temporarily put aside. И все эти большие огромные ожидания от этой жизни, они просто становятся маленькими и уходят в сторону. And all the anxieties which come with those big expectations as well are temporarily set aside. И, конечно же, все эти беспокойства, связанные с этими огромными ожиданиями, они тоже на время уходят в сторону. And the mind is temporarily emptied from those thoughts. И ум становится временно свободным от всех этих лишних переживаний. And has been temporarily replaced with experience of Krishna. И, конечно, хоть и временно, но все же он получает опыт соприкосновения с Кришной. Just a little reflection or a little glimpse of what Krishna might be like. Просто какой-то маленький кусочек или маленькое всего лишь отражение, соприкосновение с тем, каким на самом деле является Кришна. Especially the more we hear about Krishna, his activities, his qualities, his bodily features, his beauty. И, конечно же, чем больше мы слушаем о Кришне, о его качествах, о его деяниях, об особенностях его внешности, о его красоте. And especially his loving relationships. И в особенности о его любовных отношениях. Because everybody is really looking for loving relationships. Потому что все же ищут этих любовных отношений. But loving relationships experienced in this world is not as complete as those which are experienced with Krishna. Но те любовные отношения, которые можем испытать здесь, они не являются настолько полными, какими являются отношения с Кришной. Because Krishna reciprocates love like no other. Потому что Кришна отвечает на любовь так, как никто другой не может. There's nobody who can reciprocate love like Krishna reciprocates. Нет никого в этом мире, кто мог бы отвечать на любовь так, как это делает Кришна. We think of love as selfless. There's no personal or vested interests in the loving exchange. И, конечно же, под любовью мы подразумеваем, что там нет никаких эгоистических скрытых мотивов, это просто обмен. And Krishna has no need of anything. His parts and parcels. И Кришна ни в чем не нуждается от его неотделимых частиц. He doesn't need our wealth. Ему не нужно наше богатство. Our beauty is insignificant in comparison to his. И наша красота, она и вовсе незначительна в сравнении с его красотой. Any qualities that we may have are just simply a small spark of those which he possesses. Любые наши качества, которые у нас есть, это всего лишь какая-то мелкая искра по сравнению с теми качествами, которыми обладает он. Yet he's attracted to us. И все же он привлекается нами. But what is he attracted to? Но к чему, что же его влечет к нам? David says, if you give me a leaf, a flower, a fruit, a water with love, I'm attracted to it. Он говорит даже, что если ты мне предложишь просто плод, листок или воду, сделаешь это с любовью, меня уже это привлечет. And if you think how insignificant a leaf, a flower, a fruit, a water is under ordinary circumstances. He's not asking for much. И если вы просто задумаетесь над тем, как просто это достать, насколько это обычные вещи, вот плод, листок или вода, это же очень незначительно. It's already his anyways. Это вообще везде можно достать. Why does he want it? Так почему же ему это нужно? Because he's attracted to the love. Потому что его привлекает любовь. Nothing wrong with being attracted to love. И нет ничего плохого в том, чтобы привлекаться любовью. Especially if there's nobody who can love like Krishna. В особенности, если нет никого другого такого, как Кришна. Whatever love we may offer to him, he reciprocates unlimitedly. И какой бы мы любовью ему ни приносили, он безграничным образом отвечает потом нам на нее. So the loving relationships he has with those who love him are very attractive. Поэтому любовные отношения, которые есть у него, они с его близкими, они очень привлекательны. Makes him the most attractive person. И он благодаря этим отношениям становится самой
привлекательной личностью. So the more we hear about him and his loving relationships, the more we become eager to see for ourselves and experience ourselves. И чем мы больше слушаем об этих его отношениях, чем мы больше слушаем о нем, тем больше у нас появляется горячего желания или жадности также иметь такие отношения с ним. Who is this Krishna? Так кто же этот Кришна? And what makes him so wonderful? Что же делает его таким прекрасным? And what makes him even more wonderful? И что же его делает еще даже еще более прекрасным? He says that you can have all of me. Он говорит, ты можешь меня полностью заполучить всего. The whole experience of me. То есть полный опыт можешь обрести. In my name. Просто через мое имя. The whole experience of Krishna in his name. Полностью весь опыт соприкосновения с Кришной через его имя. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. The holy name of Krishna bestows all spiritual benedictions upon anyone who chants that name. Святое имя Кришны благословляет всеми возможными духовными благами тех, кто просто повторяет его. Krishna has so kindly and mercifully given himself completely in his name. Кришна настолько добрый, так щедро себя отдает всем, кто повторяет его святое имя. He makes himself so accessible to those who have forgotten him by simply saying, chant my name. И он делает себя настолько просто доступным любому, просто через этот процесс повторения, он говорит, повторяй мое имя. What could be more a loving offering to those who have forgotten him than this expression of love? Особенности тех, кто его забыл. Что может быть еще проще, еще прекраснее, чем такой метод воспоминания о Господе, как повторение его святых имен? Simply take my name and chant. Просто возьми мое имя и повторяй. And because I'm in that name, the more you chant, the more you begin to experience my presence in my name. И если ты начнешь повторять это имя, поскольку я присутствую лично в нем, чем больше ты будешь повторять, тем больше будешь осознавать мое присутствие. And the more the heart, which is filled with so many other attractive expectations in life, becomes clean from those attractive expectations in life. И чем больше ты будешь повторять, тем больше сердце, в котором множество скопилось разных вещей, которые, может быть, к себе привлекают, или ожиданий, их будет становиться все меньше и меньше, чем больше ты будешь повторять мое святое имя. And Krishna becomes more attractive. And then Krishna becomes more attractive. И тогда при этом, по мере очищения сердца, Кришна будет становиться еще более привлекательным. All these other attractive expectations of life are temporary. Все остальные вещи, которые нас влекут, они просто временные. But Krishna is not temporary and neither are we. Но Кришна, он вовсе не временный, он вечен. And the more we develop that desire to associate with him through his name, the more we advance in spiritual life. И чем больше мы развиваем в себе желание вот, достигнуть его, тем более мы продвигаемся в нашей духовной жизни. So persons who have actually experienced some experience of Krishna by chanting his names, they've given us a little glimpse as to the glory of his name. Так вот, личности, которые обрели вот такой опыт соприкосновения с Кришной, они нам дают некий отблеск того, чем это является эта встреча. And this very short section I wanted to read is simply some evidence of the glories of Krishna's name. И я вот хотел бы сейчас зачитать небольшой отрывок, который прославляет святое имя. There is no knowledge as pure as Krishna's name. Нет знания более чистого, чем повторение святого имени. There is no vow as powerful as Krishna's name. Нет обета более могущественного, чем повторение святого имени Кришны. There's no meditation more effective than Krishna's name. Нет более эффективной медитации, чем повторение имени Кришны. Nor is there any fruit greater than that attained by Krishna's name. И нет плода более великого, чем тот, который достигается через повторение святого имени. There is no greater renunciation than Krishna's name. Нет более лучшего вида отречения, чем повторение святого имени. There is no greater peace than Krishna's name. Нет лучшего мира, чем повторение Хари Кришны. In this world there is no greater pious activity than taking Krishna's name. В этом мире нет более благочестивой деятельности, чем повторение святого имени. Nor is there any quicker progress than in Krishna's name.
нет и более быстрого прогресса, кроме повторения святого имени. Krishna's name is the highest liberation. Святое имя Кришны — это высочайшее освобождение. The highest freedom. Высочайшая свобода. The highest destination. Высочайшая цель. The highest peace. Высочайший покой. The point of no more searching. Это как раз-таки тот пункт, с которого человек перестает что-либо искать в этом мире. Krishna's name is the highest devotion. Имя Кришны — это высочайшая преданность. Krishna's name is the purest inclination of the living entity. Святое имя — это чистейшее благословение для живого существа в этом мире. Krishna's name is the highest love. Святое имя Кришны — это высочайшая любовь. And the direct remembrance of Krishna. И прямое памятование о Кришне. Krishna's name is the cause of all causes. Имя Кришны — это причина всех причин. The Supreme Lord. Это Верховный Господь. Most worshipable. Кому наиболее поклоняем. And Krishna's name is a form of guru to bring one to him. И имя Кришны — это форма гуру, которая приводит живое существо к самому Кришне. There's a lot I could say on each of those points, but I'm not going to give a lecture tonight. И по каждой строчке я, конечно же, был очень много мог сказать, но сегодня я не собираюсь давать лекции. I'm simply trying to introduce what those who experience Krishna's presence in His name have to say about His name. Я просто хотел сделать такое небольшое введение, прочитав речь тех, кто немного распробовал сладость и могущество святого имени. We may still have doubts in all of these glories of Krishna's name. И, конечно же, у нас все равно могут оставаться сомнения по поводу всей этой славы имени Кришны. But Krishna is so kind that He doesn't wait for us to become fully cleansed before bestowing some of His mercy to us through His name. Но Кришна настолько добр, что Он не собирается ждать, пока мы освободимся от всех этих сомнений. Он уже в этом процессе повторения святого имени открывает себя каждому. He's so kind that He gives us the opportunity to experience that little taste to attract us without having any previous qualification. Он настолько добр, что уже собирается дать нам этот небольшой вкус через повторение, чтобы избавить нас от всех других ложных влечений. And anyone who could see that little taste for what it actually is. Да, если у нас даже не было до этого каких-то качеств, и тот, кто вот сможет распробовать, почувствовать этот вкус, is the most fortunate person in this world. Он самый удачливый человек в этом мире. Because having once experienced that little taste, one will never be able to forget it. Потому что однажды, если человек распробует этот вкус, он уже никогда в своей жизни не сможет забыть его. One may even try to forget it. Он даже если будет пробовать забыть об этом. But even that's not possible. Но это вовсе невозможно. It cannot be forgotten. Это никогда человек не сможет забыть это. That's Krishna's kindness. Вот это доброта Кришны. And that's why He's made Himself so accessible to us for those who can't see Him in the form of His name. Поэтому Он сделал Себя так доступным для нас, для тех, кто может видеть Его через Его святое имя. So we can continue to chant Hare Krishna. Поэтому мы можем повторять Хари Кришна. Продолжим. Thank you very much. Спасибо вам большое. Hare Krishna.